Горсовету Черноморска, бывшего Ильичевска, предложили отправить досрочно отставку мэра города Валерия Хмельнюка. Проект внес на рассмотрение руководитель местной фракции «Батьковщины» Василий Бугайчук. По его мнению, за время пребывания в должности Хмельнюк систематически нарушал закон. Сессия должна проводиться как минимум раз в квартал, а не так, как у нас 3,5 месяца ее не было, и сейчас еще неизвестно, когда она будет. Через подставные фирмы руководителей предприятий коммунальных, также депутатов, осваиваются деньги по сметам, которые завышены 3-4 раза. За 3,5 года, когда были факты и табелирования людей, которых там десятками не являются на работу, а их табелируют месяцами, и много других позиций, то есть ни один чиновник не был наказан, отстранен от должности занимаемой. По словам Бугайчука, повестка дня не согласуется с руководителями депутатских фракций и комиссий. Валерий Хмельнюк избегает обсуждения сессионных вопросов с депутатами. Кроме того, бюджет на этот год до сих пор не утвержден. Черноморск еще не освоил 42 миллиона гривен. По закону Горсовет имеет право досрочно объявить импичмент городскому голове. Такое решение принимается тайным голосованием, а поддержать его должны не менее 2/3 от общего состава совета. 25 человек поддержит. Это достаточное количество для импичмента, для высловления недоверия. Рассмотреть вопрос об отстранении мэра планируют на досрочной сессии 18 января. Ранее, напомню, Валерий Хмельнюк отправил в отставку своего первого зама Юрия Крука. Тот, в свою очередь, ушел в оппозицию к пока еще действующему градоначальнику.